Я смотрю спектакль второй раз, мне очень понравилось. Причем второй раз даже больше, чем первый, он стал как бы ну, больше сложился. Спектакль я видела его на премьере в Петербурге. Мне кажется, это очень интересная работа, очень нехарактерная для нашего театра современного, российского. Такая в духе немножко, скажем, польского театра, который, не боясь, готов отрефлексировать любые самые спорные, самые страшные, самые кровавые, трагичные моменты польской истории. Они смело об этом рассуждают, смело даже над этим смеются. И вот мне кажется, нашему театру этого очень не хватает. И это такая попытка, достаточно грамотная, очень задиристая, очень озорная, очень, так сказать, я бы сказала, витальная и безукоризненно сыгранная.